Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! В Лондоне в рамках вечера бокса компании Matchroom на ринг вышли не имеющие поражения российский боксер Магомед Мадиев и британец Феликс Кэш в поединке за вакантный титул WBC интернационал в среднем весе. Мадиев хорошо начал бой, во втором раунде отправил своего соперника в нокдаун, но затем Кэш перехватил инициативу, был активнее и точнее. Так продолжалось до заключительного раунда, в котором Мадиев активно пошел вперед и отправил своего соперника в нокдаун во второй раз за поединок. Кэш продолжил бой, но начал бесцеремонно клинчевать и избегать боя, за что рефери снял с него балл. В итоге бой продлился все отведенные на него 10 раундов, по итогам которых судьи единогласно дали победу Кэшу. Очень спорно. В главном событии провели бой Дэниел Джейкобс и Джон Райдер. Джейкобс взял первую половину боя, разве что первый раунд выдался близким, а затем американец контролировал ход поединка, держал на дальней дистанции и встречал оппонента точными ударами. Левша Райдер гонялся за соперником, но не мог зацепить своими ударами. Однако в седьмом раунде британец перехватил инициативу. Он потряс Джейкобса и затем записал свой актив еще несколько раундов. Джейкобс сменил стойку и работал в стойке левши. Вероятно, он получил травму, но как только он сменил стойку, у него начались проблемы. К 10-му раунду бой выровнялся. Чемпионские раунды выдались близкими и упорными. Дело стало за судьями, которые раздельным решением судей дали победу Джону Райдеру. Сергей Морозов потерпел поражение от Дугласа Сильвы де Андраде. Уже во втором раунде Морозов попался на удушающий прием. Сергей всеми силами пытался выйти из захвата, но затем уснул, и рефери остановил бой. Арестованный американский боксер Джермалл Чарло поспособствовал прояснению будущего Геннадия Головкина. Чарло арестовали по обвинению в нападении. Возможно, ему грозит тюремный срок. Это означает, что мы увидим Канело против Бивола и Канело против Трипл G3 в сентябре. Чемпион Европы по среднем весе Давид Аванесян проведет защиту своего титула 19 марта в Лондоне. Соперником Аванесяна станет Оскар Емец. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.